Сегодня я вам расскажу, как можно рисовать лазером. У меня есть вот такой вот набор Star Wars. В него входит сокол тысячелетия, экран, накапливающий энергию света и трафарет. Лазер можно увидеть только в темноте. Для этого экран должен напитаться светом, и свет потом нужно будет резко выключить. Если положить трафарет, то засветятся только те места, которые прозрачны. Также можно рисовать лазером. Чтобы рисовать, нужно зажать вот тут вот верхнюю кнопку, и будет тонкий лазер. И чтобы засветить какую-то определенную часть, нужно зажать нижнюю кнопку, и заработает такая вот фиолетовая лампочка. Всем пока! Подписывайтесь на канал, лайк!